Возможное назначение нового министра обороны вызвало неоднозначную реакцию в израильском обществе. На это кресло сейчас претендует экс-министр иностранных дел, глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман. Он известен своими резкими высказываниями по отношению к палестинцам. Чтобы избежать развала коалиции, которая всего на 2 мандата превышает оппозицию, премьер-министр должен заключить договор с другими блоками в парламенте. За присоединение Либерман потребовал портфели министра обороны, а также министра абсорбции. Многие опасаются, что политика Либермана приведет к обострению ситуации в регионе. Очень интересное мнение, которое улица израильская выражает, общаясь с людьми, которые не в политике. Они говорят, нам нужен такой крепкий руководитель, хотя министр обороны, он, в общем-то, не главное лицо именно в армии. Есть начальник генерального штаба, профессионал, который принимает решения. Министр обороны, скорее, это политические решения для армии. И в этом отношении Либерман, я думаю, вполне может справиться, потому что имидж у него такой, более такой действующего, более жесткий. По крайней мере, это уже напрягает сегодня определенные палестинские круги. Присоединение Либермана к этому правительству означает, что будет больше палестинского кровопролития. Это уменьшит возможность достижения мира и принесет агрессивную эскалацию, поскольку Либерман призывает к большому количеству убийств на улицах, заключенных и других.